Всем привет! Сегодня мы уже съехали с нашего хостела. Ну, не хостела, а апартаментов. Ну, таких так себе. И сейчас на автобус едем в Каны. А вот стоим здесь уже, ждем 200-й автобус Ницца-Канны. Надеюсь, скоро уже поедем. По расписанию скоро должен быть. Ну, в общем, мы уже приехали. Мы уже в Каннах. Уже отошли от ЖД вокзала. Автобус до ЖД вокзала идет. И ищем наши апартаменты. Да-да, это мы заселяемся в Каннах, в апартаменты. Вроде бы это дверь. Ну что, замок открылся. Входим. Это забавно. Такая темница. О. Микроволночка. Привет. Свет только такой. Ну, забавно, конечно. Прикольно. Вот мы в ванной. Так, две створки закрываешь. Но это лучше, чем в прошлом номере, где у нас вообще даже ширмочки не было. Я кто-то выломал, и все. Ну, вот такая у нас ванночка. А вот такая у нас кухонька. Вот такие. Такая пафосная мебель. Открываем.
О, здесь какой-то рюкзак. Запах старой мебели. Это, кстати, дерево. Это не ДСП, это реально дерево. Это реально дерево. Какое у нас здесь все. Ух, красивенькое. И запах старинный. Вот. Свечки какие-то, прикол. Столовые приборы. О, что-то нам даже осталось. Даже утюг есть и фен есть. То есть здесь минимальный набор всего есть. Такая лампа. Этот номер нам обошелся в 490 евро. Прошлый номер, ужасный, обошелся нам в 520 евро. Двухспальная, мы еще не знаем, какой здесь диван. Там диван был ужасный. В наволочке не влазили подушки. Ну, в общем, капец был. Телевизор, от него толку нет, потому что все на французском, а потом он вообще перестал показывать. И нет потом нафиг обрубили, нам пришлось симку купить, что у нас был свой нет. Два дня последних у нас не было инета. И мы купили симку в предпоследний день. Диван? Ну, не знаю. Диван? Это потом только время покажет. Ну, а так пафосно. Неожиданно. Прикольно. Не ожидал. Забавно, очень забавно. Здесь плитка и все уложено. Вид у нас. Вот такой у нас вид. Молочку. Какие-то рекламные щиты висят. О, даже что-то включается, что ли. О, работает. Здесь можно пафос вечерний устраивать, когда стемнеет. Все это включать, ну как свечки. О, вот так. Ну, забавно. В общем, выходят окна, два окна на улочку, с которой мы только что поднялись. Вот такой вот, судя по всему, старинный домик. Забавно, очень забавно. Что у нас здесь? У нас здесь... О, тоже что-то есть. Ух ты, какое-то интересное решение. Дырка. Оп, и здесь куча чего-то хозяйского. Ну, мы это трогать не будем. Нас это не интересует. Просто было интересно, что здесь. Ну, в общем, что-то хозяйское лежит. Ну, у нас, надеюсь, достаточно. Места будет, куда все разложить. Ну, в общем, вот так мы заселились сегодня. О, здесь картина есть. Такая картинка. И такой пафосный стул. В общем, забавно, очень забавно. Мне понравилось. Вот он я, весь размокший от средиземноморской жары. Просто нереально, мы пока сюда добрались. Фух, язык на плече был от жары. Ну а сейчас надо заносить вещи и идти исследовать город и на море. Заселились мы, отдохнули, поели и выдвигаемся искать пляж. Солнце еще жарит, но мы уже идем, ищем новое место, новый пляж. И вот мы пришли на первый пляж в Каннах. Ну,
на первый попавшийся. Надо идти искупаться, он песочный. Море грязнючее, шо капец. Грязнее, чем в Бердянске на косе. Ну, но я надеюсь, что это из-за шторма. Потому что штормит классно, волны классные, вода теплая, купаться вообще обалденно. Поплавали отлично на пляже. Теперь надо найти нормальный магазин возле нас. Походу, столица тусы на побережье не Ницца. В Ницце тихо вечером, все, а здесь, блин, музыка, дискотека громыхает, здесь яхт стоит, неисчислимое множество яхт. Но вечерние Каны отличаются очень от Ниццы, здесь реальная туса. Очень много людей, очень много всяких ресторанчиков и очень много яхт. Прикольно, здесь ночная жизнь начала только бурлить.
находимся везде в центре, везде музыка играет, то дискотеки, то музыка. В общем, людей толпы. Неожиданно после тихой и спокойной Ниццы, ну достаточно тихой и спокойной Ниццы, здесь просто карнавал жизни какой-то. Везде шум, везде музыка, везде... Ницца в это время уже спит практически, а здесь, блин, туса по улицам. Можно и потанцевать, и послушать. Когда в Ницце в 23 часа уже все сидят по ресторанчикам и просто едят в основном, или спят, да? Здесь, блин, веселье полным ходом. Туса просто нереальная, нереальных масштабов. Мы дошли опять до ЖД вокзала Кан. Здесь он в таком современном стиле. Отсюда мы ушли искать, собственно, наши апартаменты. И сюда мы вернулись в поисках Монопри. Уже начало 12-го. И как бы все, часть магазинов позакрывалась Монопри. Мы надеемся, что Google показывает, что еще один Монопри открыт рядом. Фух, Монопри оказался открыт, купили все, что надо, включая воду, наконец-то, затарились продуктами, можно идти спокойно домой. И пора уже отдыхать, потому что уже почти 12 ночи. Всем пока!